Привет всем! Делаю это видео по запросам. Тут начали спрашивать, что по бокам, что внутри, что и как. Вот делаю видео. Это вид спереди. Здесь у него, значит, есть окошко стеклянное с сеткой. Здесь вот этот отсек для корма насыпать, если они внутри сидят, кормятся. Здесь такая большая дверь, чтобы заходить, проверять, чистить. Вот что внутри. Внутри у нас насест, где курочки сидят и какают вниз. Здесь у нас выход на улицу. Утром их, когда открываешь, сейчас покажу, как это работает. Вот, с этой стороны у нас, значит, насесты. Где не насесты, а эти самые. Ну, где они яйца, короче, несут. Вот. А здесь вот у них кормушка, которую я показывала изнутри. Крыша, в принципе, крышка, крыша. Здесь у них, я покажу сзади, вентиляция открывается. Вот. И сзади здесь вот тоже этот отсек открывается для того, чтобы можно было сзади отсюда все вычищать. Еще здесь есть электричество, сделано с термостатом, чтобы не было внутри перегрева, когда ставишь там лампу красную или какой-то другой отопительный аппарат. Вот, мне осталось только ее подключить к розетке, и в принципе все будет работать. Вот, вот эта дверца, которая сбоку. Вот так у нас курятник выглядит сбоку. Сейчас отойду побольше. Вот. Оттуда дверца открывается, и они спускаются вниз погулять. Вот. Открывается она вот таким механизмом, как гильотина. Вот. Дергаешь за веревочку. Дверь открывается. Дальше ты вешаешь сюда, и она держится открытой. Вот. Можно, конечно, установить автоматический дверь-открыватель, который будет в определенное время открывать дверь и закрывать ее. Ну, стоит она очень дорого. И я думаю, мы пока обойдемся без нее. Вот так выглядит сбоку. Так вот выглядит сзади. Это вот я вам показывала вентиляция. Открывается. Ой, скрипит. Тоже с сеткой, чтобы никто не пробрался. Ой, надо чем-то смазать. Скрипит. Вот, а внизу вот так открывается. Сейчас покажу. Цепочка, чтобы держалась. И вот так вот можно сзади с курятника все эти какашки, всю эту грязь вычищать. Вот. С другого бока выглядит он вот так. Вот. Здесь поднимаешь, собираешь яйца, закрываешь и уходишь. Вот такой у нас курятник получился. Максимум для 10 курочек, а мне больше не надо.